Всем привет! Загрузила только видео и читаю комментарии ваши. Так много комментариев, сразу пишите. Посмотрите, уже 520 комментариев. Где-то прошло минут 20. Все в школе, скоро придут уже. Я быстренько сейчас приготовлю. Ели когда-нибудь вегетарианский плов? Почему-то я думала, что у меня мясо еще осталось, но нет, я ошиблась. В магазин уже ехать поздно, время уже. Я не знаю, когда я буду успевать монтировать. Сегодня будем снимать, как Ксюша будет собираться в лагерь. И мне я планирую смонтировать эти два видео Маргариты и Ксюши, чтобы они вышли в один день. Я так думаю, они выйдут в понедельник. Одно видео выйдет на канале у Маргариты, а другое видео выйдет на канале Сестрички Лайф. Я не знаю, как я успею это все сделать. Нужно будет, наверное, смонтировать сегодня одно видео. И завтра смонтировать другое. Может быть, один день пропустить влог, не снимать, потому что, ну, это очень тяжело. Видео монтирую я где-то примерно 2-3 часа. Влог, конечно, побыстрее, но... Когда-то же мне спать нужно. Так, у меня есть 10 минут, и мне нужно идти за Максом. Пока будет жариться морковка, я схожу за Максом. Так, все, плов я уже поставила бариться. Привет. Как дела? Тесты написала? Папа купил пистолетики, будем сегодня брызгаться. Ура! Супер! А Каролина купила себе попугайчика на свои денежки. Каролина вообще мечтает о живом попугайчике. Она очень просит. Ой, он поет. Круто. Какая прелесть. Я себе руку ошпарила. Открывала крышку. Видите, красная. И прям пар на руку. Придется вот так вот холодное держать, а то больно. Мы пошли играть в пистолетики. Все, нету? Есть, но оно больше не выливается. Это холодное. Знаете? Такие прикольные, но маленькие. Не быстро вода заканчивается. Погоди. Мне неудобно, он такой маленький. Маргарита, вы потом купаться пойдете? Тогда Ксюша подойдет к школе, да? Маргарите покупали, когда на гимнастику ходили девчонки, теперь Каролина в нем. Макс, ну я, между прочим, без пистолета, так нельзя. Почему? У меня тоже, у него не было воды, я... Потому что у меня нет воды. И когда она пойдет, как можно цепить? Ну так, ножки цепляй, лапки. За лапки, да, вот так держи. У меня нет воды. У меня нет. Все, нет воды, не брызгайся. Мама, лей меня. Я все. Давай, 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 давай. Во как. У меня все никак не проходит. Видите, какое красное. Сижу вот с холодным. Замороженные овощи. Только так спасаюсь. У меня нет ничего, никакого ни крема, ничего. Ожог такой получился. Так, у Макса большой пистолет. А у Каролины 4 маленьких. Макс, ну в лицо-то зачем? Бончик, ты не бойся. Не бойся. Не бойся. Все, набрызгались? Мокрая? Нет, хочу еще брызгать. Потом еще раз. Потом еще раз? Да. Надо доктора. Я не трогаю. Да нет, почему доктор? Пойдет сейчас. Ой, Бончик, привет. В 2:55. Угу. Во сколько придете? В 5. Каролин, не надо ей давать. Каролина, сейчас будет сейчас крошить будет, она на тебя крошит. Блин, не накрошит. Теперь ты вся в крошке. Вот еще, Бонина. Бонни, ну подожди, она не доела. Бонина. Смотри. Бонни. Бонина. Thank you.
приклеила я вот такую вот штуку от муравьев. Не знаю, поможет, не поможет, потому что сыпала соль. Уже что только я не делала. Вот здесь вот, вроде там есть что-то внутри, что они должны съесть. Вы пошли на улицу? Да, давайте, только недалеко. Помыла я голову и сейчас хочу заплести косички. Две косички здесь, одну, чтобы завтра у меня были волосы волнистые. На мокрые как раз волосы, на влажные, немножко они у меня подсохли. Так-с, девчонки еще не пришли, купаются там, хотя мне сказали, что придется 5 часов. Но уже 5, никого нет. Значит, им там хорошо. Ну ладно, пусть купаются на здоровье. Но мокрые волосы неудобно заплетать. Кончики подсохли, я их немножко намочу, а то они не накрутятся. Батарейка заканчивается. Сейчас отключится. Все, я уже доплетаю. Получается. Косы. И завтра посмотрим, что же у меня получилось. Певцы тут. Прям. Можно даже немножко еще намочить. Вот здесь вот суховато. Мах это пись. Классно? У меня глаз красный. Да, у тебя глаз красный. А что случилось? Не знаю. Что-то попало? Теплая водичка? Да? Да. Классно? Молодцы. Накупались. Я тут решила испечь пирожок со сливой, как я уже пекла в одном влоге. Все. Пусть готовится. Слива на вид очень спелая, прям вот такая яркая, бордовая. Ну, она такая кислая. Поэтому я ее быстренько в пирог. Ее просто есть невозможно, она очень кислая. Мира! Все, пирожок готов. Не надо тыкать Мира. Туда Мира. Палочки, Маргарита. Ксюш, сейчас покушаем, потом пойдем снимать твое видео, ладно? Да? Ну и чего такое? Смотрите, какой высокий. И мягкий. Смотрите, как она уже загорела. Уже второй раз. Мама, если бы у нас такой... Плечи все. Мама, если бы у нас такой высокий был, я бы там еще купалась. Ну да, тепло. Что ты скейтборд мучишь? Это strawberry. Травку кто-то покосил, травкой пахнет. Скошенной. Сегодня пятница, завтра выходной. Можно подольше посидеть. Рано спать, детей не отправлять. Я себе косички заплела, видишь? Угу. Хочу, чтобы волосы кудрявые были. Завтра. Хочешь, тебе тоже сделаю? Я хочу, чтобы ты много сделала в лагерь. Коси. Вот так вот? Да. Ты там их не будешь расплетать? Ну, смотри. Ты можешь сделать три варианта. Смотри, всю голову, всю, просто всю. Даже тут, везде. Или только наверху, или только одну половину. А если ты будешь купаться, как они будут высыхать? Да, это же тоже купалась. Они тоже, я просто оставляла, не высыхали. Я могу тебе вот так вот до конца заплести.
Снизу, сверху. Вот отсюда начинаю и до самого низа. Да. Ну, всю голову или только туда? Нет, всю. Потом... Всю. Ты не расчесывалась вообще. Надо заплетать в воскресенье вечером перед сном. Потому что утром я не успею заплести. Если рано встанешь, то успеешь. Не хочу я рано. Мир, смотри, мне нужно рано встать, мне нужно Каролину в школу отправить, Макса отправить, а потом вас. Угу. Поэтому я не успею. Мы тебе поможем. Папа, я не знаю, во сколько будет работать. Он сказал, что он будет в обед работать. Да? Я с вами пойду, мне придется вам помогать, неси сумки эти все. Нет. У Маргариты 3 сумки, у Ксюши сколько? Две. Еще пока 2. Подожди, больше нету. Марго, шторки неси упали. Пирог. Они какие шторки упали? Шторки. Каролина это сделал. Иди вешай, Каролина, шторки. У меня 20 августа день рождения. Это как же? Еще долго, еще 2 месяца. Так, только я его делала не с йогурта, а с творожка. Вот эта слива, она очень кислая. А я кислые хочу. Да? А я должен кислые. Давай. Я без. А я хочу там сливку. Ты сама, Каролина, вытащишь, ладно? Если тебе без сливы, сама вытащишь. Я сейчас не буду ковырять. Больше нельзя, Макс. Она тебе прям попу намочила. Мама, он мне в лицо. Мама, он... Меня не надо. Чувик. Ты такая опасная с этими пистолетиками. Угу. Ты спрятала пистолет, типа. Ты думаешь, его не видно там? Время уже 10 почти. Ух ты. Мамами. Мамами. Меткость. Моя головка фольная. Ну ты вот ты. Что, она заснула? Может, она телефон смотрит? Нет. Спит? Выключай свет. Да? Вики, скажи всем привет. Нет, не всем привет, всем спокойной ночи, да? Давай, иди домой. Мне еще же окна намонтировать, Ксюша, уже 12 часов ночи, давай ложись. Я тоже спать хочу, но мне еще лок монтировать надо. Все, будем ложиться спать? Нет, я еще не спать, я влог монтировать. Так что... Увидимся завтра. Всем пока.